Sí, aquí están acá abajo. Acá abajo, dice. На практике же эти движения мы не будем повторять. Ну что, добро пожаловать в Азербайджан, Сергей Викторович. Я очень рад приветствовать вас опять в Азербайджане. У нас хорошая традиция, обмен визитами, так что мы не выдаем друг от друга. Наоборот, видим, радуемся. На самом деле, в последнее время российско-азербайджанские отношения набирает все больше и больше оборотов, товарооборот растет. Я посмотрел сегодня по цифрам, можно назвать многомиллиардным, что тоже очень радует. Новые темы, которые у нас появились, это, конечно, транспортная составляющая, север, юг, это очень интересная тема. А сотрудничество в международных организациях идет достаточно плотно, интенсивно, в ООН, в ОСЕ, в СНГ, во всех других структурах, где мы являемся членами. Так что в целом по гуманитарным связям, конечно, и в сфере образования, медицины. Спасибо большое, что вы приняли предложение выступить перед в нашем университете. Мы продолжаем по старой памяти называть дипломатическую академию, потому что ректор — это заместитель министра иностранных дел. Поэтому в данном случае мы очень рады, что и русский язык остался у нас в Баку очень востребованный, продолжает и количество школ, и все русские сектора во всех практических университетах, они продолжают работать в том же режиме, как они работали раньше. Так что я очень рад вас видеть, сейчас мы пойдем более конкретно по вопросам. Добро пожаловать еще раз в Азербайджан. Большое спасибо, Роман. Дорогой друг и коллега, мы действительно очень достойно отмечаем 20-летие наших отношений дипломатических, которые продолжают многовековую традицию дружбы, сотрудничества, взаимодействия между нашими народами. И я убежден, что это взаимодействие очень важную роль играет для не только для развития двусторонних отношений, но и для обеспечения безопасности в Каспийском регионе, на Кавказе. И мы заинтересованы в его продолжении. Вчера была очень хорошая и конкретная беседа у президента Азербайджанской республики. Я искренне признателен Михаилу Егедовичу за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству между нашими министерствами иностранных дел, которое является одним из важных компонентов многопрофильных связей, которые охватывают и экономику, и торговлю. Активно работает межправительственная комиссия, военно-техническое сотрудничество. В декабре, по-моему, в Баку будет очередное заседание комиссии по ВТС. Ну и церемонии начала строительства моста через реку Самур, это долгожданные события. И я уверен, что это тоже станет очень крупным таким явлением в палитре нашего взаимодействия. Сотрудничество между секретарями Совета Безопасности развивается успешно, между нашим совбезом и администрацией президента Азербайджана, межрегиональный форум.